Всем здорово, с вами Валдай и Горелли, Дезерт, Фунтик 3000 и теперь еще Атомик. Всем привет! Всем привет, это Атомик. Да, вот у нас пополнение очередное, да, извини, перебил. Всем привет, это Фунтик! Всем привет, с вами Дезерт. С вами все мы, короче, вот, нас теперь пятеро, и это все, это предел. Это жесть. Смотрите, какая куча мала, просто столько народу бегает. Меня попросили больше не ругаться, поэтому я больше не употребляю всяких дурацких, вонючих слов. А что тебя попросили не перебивать? Так, ладно, давайте, короче, вообще больше не буду говорить. Все дружно, пойдем в пещеру. Ну, сначала давайте все сделаем себе инструменты там и всю фигню. Атомик, давай, короче, поделим. Кирку мне дайте кто-нибудь. Так, и я готов идти. Есть, короче, я сделаю... На, Атомик, я сделаю 5 штук, держи. На тебе 2. Так, Игорели, Фунтик. Сзади, вообще, сзади, короче, сзади. Ребят, Атомик. Ой-ой-ой. Ребят, предложение ко всем есть. Смотрите, я ставлю здесь пока сундук временно. Вот этот вот. Идите сюда, смотрите, вот сундук временно. В него кидаем все, что кто может, короче, кому что не нужно, а потом, короче, делим. Подаяние. Ну, типа, да, яблоко. да. Мы все кидаем туда, я думаю, а потом уже что. То есть у меня, допустим, есть лишний лук. У меня вот есть вот столько вот железа. У меня... Кирка надо кому-нибудь, каменная. Мне нет, спасибо. Я кинул туда листья. Вот могу а, нет, семена. Пшеница. Слушайте, а кровати для Атомика будет, а то ночью да же надо поспать с тряпочки. Вот у меня кроватка. А как правильно, Атомик, Атомик или Атомик? Атомик. Не, а серьезно? Да не, назовем как Атомик, наверное. Атомик, да? Наверное, мне кажется, лучше, да? Да, да, в принципе, можно и так. Мне вообще тут называют Фантиком через слово. Фантик, Фунтик, Фунт, просто три куска. Как угодно вообще. Да, по-дружески, может, как угодно. Ну что, давайте спать. А, может быть, это пещера уже? Крафтим чуть-чуть немножко. Да, Валдай, подготовимся. Валдай. Походу. Да, слушаю тебя, бро. А, я забыл, что сказать хотел. Ладно. Замечательно. Давай сюда, то есть мы сейчас приготовимся и пойдем в пещеру. Валдай, ты просто командуй, а мы как бы так вместе. Ну и никто не командует. Банщик. Так, Фунтик 3000 пробил кик. Ладно. Так что, давайте поспим и пойдем, может быть, нет? Да, все, готовы все? Ну да. А постели у всех есть? Постели, кровати. Все, лег, давайте. Погоди. Я лягу к Вадику на кровать. Не, слышно, ты задолбаешь. Встань на кровати, козел. А, не бей меня сейчас. Ложись давай. Все, лег. Все легли, да? Да. Ну, отлично. Да, все. Замечательно. Так, давайте, все проснулись. Доброе утро всем. У всех все есть. Кирки там, не знаю, инструменты, ну, все дела. У меня есть лопата, кирка и больше мне ничего не надо. А кто-нибудь даст мне лопату, может быть, нет? Нету места, ладно. Давайте, сейчас я задам, сейчас дам. А, ребят. Железо, возьмите железо, да накрафтите. Ребята. У кого сколько еды, давайте поделим. В сундуке, меня... в маленьком, я же сказал, все в маленьком сундуке, что мне, все, что у меня было не еды нужно. Еды-то ни хрена не нужно. Все, не забирай. Оставь кому-нибудь что-нибудь. Я оставил 4 куска, возьму еще лук, ладно? Атомик, вот тут тоже железо есть в сундуке, я же специально сундук сделал для того, чтобы... Да, все, мне уже ничего не нужно, у меня есть шлем, ботинки и все. Я готов. А у меня есть просто шлем, я тоже готов. Ребят, сейчас, секундочку, я лопату сделаю еще одну. Осьминоги, получите! Блин, на самом деле осьминоги все время совокупляются, как-то непонятно вообще, честно. Какой-то вообще сложный. А, там их 2 просто было. Ну, я же говорю, 2 в одном. Опа. Ну все, гоу, короче, идем, выходим. Пошли. Давай, босс, жмай пель, клоп, флип. Пойдем вот туда куда-нибудь. Все, погнали. О, такая банда вообще. Нам просто, ребят, все равно песок нужен. Нам уже дракон не страшен. Я думаю, сейчас просто все будут разбегаться. Криперы там, зомби будут убегать от нас. Ну да, вы видите такую шайку. Страшно мужицы. Бегать придется за ними. Жестко. Давайте тогда, вот это правильно делать. Давайте тогда копать, короче, уже вниз начинать. Все такие копают. Это бред вообще, да. Куда бы меня там закинули-то, ребят, вы чё? Погнали где-нибудь в одном месте прокопаем пока, а потом уже разберемся. Ну тогда. Я буду бригадиром работать. Рабом. Я дайте просто не знаю, что мне делать, копать, вы все копаете, вообще непонятно, что такая дыра будет. Дыра будет? Дыра, да, у тебя. У меня все нормально. О, железо. Мы не пропускаем железо. Кто там упал? Я не хотел тебя бить, дурак, что ты меня бьешь? Что ты, дурак, я тоже не хотел. Атомик, у тебя есть факела? Нет, факела. У меня 7 штук. На, стой, держи, смотри, у меня вот столько есть, сейчас тебе дам, подожди. Все, ребят, я копаю Атомик, вниз. Иди сюда, на, держи. Вот.
По-братски. Спасибо. Должен быть. Че, мы просто лестницу не схерначим, да? Да, короче, вот, давайте просто копаем. Давай, предлагаю... вперед. Ребят, я предлагаю нас ими делать в разных направлениях, кто быстрее на пещеру наткнется. Как кто со мной? У меня собаку не слышно? Почти нет. Слышно немножко, ну так. А то он что-то разбушевался, может микро выключить. Передавай от нас привет ей. Владик обычный, как... Что ты с собакой делаешь? С ноги. Ну не надо говорить так, а то потом Гринпис запротестует против этого видео. Ладно, осторожненько с ноги так, без разбега. Любя очень. Любя, размаху. Ну как, она не мешает? Да не, сейчас нормально не слышно. Не, все отлично. Не переживай. А какая у тебя собака, расскажи пока подписчикам. Да у меня там бегает что-то типа питбуля, только маленькое злое. Питбуля? Прикольно. Да оно, блин, чуть, может, сантиметров 20 ростом. Это самая опасная собака в мире, кстати, ты знаешь его? Так у меня ж не чистокровный, он вообще как дворняга, только питбуль. Ну понятно, такая микроверсия, короче. У него зажжены челюсти больше в 4 раза, чем у овчарки. Ну и овчарка есть тоже. Я к тебе домой не приду вообще. Спасаешь, я боюсь. Ты не приедешь. Я бы сказал так, да, ты не приедешь. О, Валда, это сзади меня. Привет. Ой, я вообще потерялся, я где-то... Так, ребят, спасибо. Вы меня все бросили, да? Я копаю вниз. Да, меня бросили. Давайте, вы копайте там, мы втроем будем копать здесь. Кстати, вот, Игорёк, ставь факела, потому что... На координатор сойдемся. Давай, если тебя кирок хватит. Давай сестра, опускаемся, может быть, сразу на 12 уровень, да начнем копать там. Так вот, да. Я так и спускаюсь. Уже по прямой. Давайте, 17. Да, согласен. Игорёк, ставь факела, ничего. Да не... сейчас, я сам ничего не вижу. Зачем ты врубаешь свет? Оу, вот с угля выпал этот. Опыт, да-да-да, это есть такая тема. О, привет. Снова. Так тут вроде за все ресурсы опыт дают. Сори. Да, за все. За что-то больше, за что-то меньше просто. За уголь, например, меньше. Все, я дошел до уровня 12, теперь просто тупо копаю прям. Молодец. Прямо. Спасибо. Ты тоже молодец. Тоже спасибо. Давай на 11. Подожди, Игорь, напомни, пожалуйста, это скобка, которая пишется, или которая где? Скобка, да. Кикнуть? Кого кикнуть? Не надо никого кикать. Ну так и я о том же. В скобках 11, да, должен быть или какой? 11, да, должен быть скобка. Да, давайте на 11. Да, это самый идеальный практически. Ну вот, и, я короче, на... начиная с него, копаем прямо в тупую, пока вот, пещеру не найдем. Мы сейчас на уровне 11. С игроком, да? Греб, ты со мной? Да, здесь. У вас ну я параллельно прокопаю. У меня минус 336, минус 612. Мы близко. О, я железо нашел опять. Клево. Ну круто. Мы, собственно, за ним пошли. Ну и еще по стаку алмазов каждый должен. За алмазами, да, это самое главное. Возвращаться, да? Без стака алмазов, только стак принимается. Стак, ну на всех стак, да? Ставь эти светильники, я нифига не вижу. Я параллельно копаю. Так дай мне-то этих самых. Что? Ты же уголь накопал? Факелов. А, уголь? У меня один уголь вообще, Фу, такое ощущение, как будто ты бомж, все время что-то просишь. Так оно и есть. Какие-то факела постоянно, там, не знаю, уголь дай мне я дерево. Я ж помер, блин, пока искал столько алмазов. А, да, точно, вспомнил. Нормально, еще надо? Так, Дезерт, а я тебя вижу, с тобой копаем очень ровно. Нет, слышишь, все, стой, Дезерт. Все, спасибо тебе. Да, вот так, прямо типа, да? Нет, выше. Иди сюда, вот тут, смотри, на этом уровне. Вот еще выше. Да, сейчас, подожди. Еще выше на блок. Временную базу сделать? Да, забей. Вот, выше на блок еще, вот, то есть вот так вот. И все, пошел прямо теперь уже. Так, я вижу никнейм игрока через блоки, а других... А, вон, вижу два каких-то черточка. Так, подожди, давай нас с тобой копать, короче, через два блока в идеале, смотри. То есть, пойдем к ним, короче. Извини. Да, давай. К ним? Вот, короче, ты копай прямо здесь, Тра, просто копай прямо здесь. Блин, я вообще потерялся. Вы где, ребят, все? А, давай, Тра, ты здесь, я здесь. Начинается. Сейчас, дайте сказать, я на минус 330, минус 620. 330? Кто-нибудь видит этот, короче, снег на карте? А, да, он ты слева от меня. Далеко. Он слева от меня. Кусочек. Я прям под ним. От меня справа наверху. Ну, как-то так. Блин, вот я прям посередине его. Короче я вообще в другую сторону копаю. Господа. Короче, просто советую на сами копать просто в тупую прямо каждому, пока не наткнемся на пещеру, а там уже все соединяемся вместе. Давайте точно, так. Точно, отличная идея. Ну я так и делал. Мозг. Ну все, Тра, замечательно. Мозг, все молчат, ничего сказать. То все говорят, то все молчат. Ничего не придумал. Просто молчание знак согласия, поэтому, видишь, если мы согласны. Молчание знак воздержания. Или рабство.
Ну это уже, не знаю, ты подзагнул. Чересчур. Нет, ну я не про нас, я вообще. О, редстоун, нам надо он. Я нашел алмазы. Берем все, что можно собрать. Так, всем что, пофигу, что я нашел алмазы? Сколько там? Да у меня сумка почти фул уже. Я не знаю, сколько, сейчас я посмотрю. Да я скинул. Скинул? И уже фул? А я хлама всяко набрал. А, выкидывай булыжник. Да у меня тут песок, полублоки. Раз алмаз, ну, два алмаз, тоже можно выкидывать, потом еще три алмаз, четыре алмаз. Пять. Нам все нужен уголь? Да. Да, нужен. Мы им топим печки. О, я какую-то фигню нашел. А, это ты, молда, ты тут копался. Игорек, а ты куда убежал, что ты за мной шел? Да я ищу, ребят. У меня, короче, кирка уже почти сломалась, вторая. Так что я... Я тебе дам, у меня еще есть. Ну как нам с тобой пересечься? Я блин. На минус 293, минус 620. Ух ты ж, ёпт, я воду тут... Я нашел пещеру! Во, стоп, давай, идемте к нему, идемте быстренько к... к Атомику! Минус 226, минус 900... Ой, минус 699. Координаты. Пойдем со мной, пойдем. Так, у меня есть... Это дальше. Игорели стоит, я вижу, вот слышишь, что? Бро. Так, настрою уже, давайте, дальше, пойдем тогда, копай, бро. Где вы, на каких? Этот, тут верстак вот, кому надо. Мне надо, у меня нет верстака и дерева. Так, нет. У меня этот 15 бревен ели, 32 еловых доски, там стаки этих. Я в общем не знаю, тут по ходу дела Игорёк все раскопал, и вот пойду по его следам. Да, иди. О, железо. 226, еще раз, атомик. 326. Ух ты. 699, ну с минусом. Понятно. 699, ага. Мы с тобой лохи горели, мы в ту сторону копались. Минус 326. Минус 699, да? Все, я подхожу к вашей зиме. Вот а, я понял, говорили. Кажись, короче, куда это. Да. Какие туннели, вообще класс. Сейчас, накопали. Сейчас бы пошел плагин на ММО, где про кнопочку нажимаешь. Так, вижу чей-то никнейм, вижу. Отлично, Атомик, привет. О, привет. У тебя есть этот самый? Господи, о, ребята, вас тоже вижу. Игорель, ты где, идешь, нет? Да, верстак, мы идем. Есть у тебя верстак? А... Нет, верстак там, и досок тоже. У меня досок много. Ребят, стопай, вот он я. Давайте встретимся, я... Вот, Вадик, дай верстак. Давайте воду перекроем. Да, верстак, у меня он есть, у меня есть доски, я запас. Ну, сделай верстак, пожалуйста. Дай, как туда попал так быстро. Это земля, а там туннель прорубленный нашел я. Вадик, ну поставь. Мы вообще вошли. Леша, я его крафтил, подожди. Сейчас, у меня... На, ставь там. Атомик, не уходи далеко, я сейчас это самое... Я воду перекрывал. Кое-что дам, в общем. Давайте пока тут пороемся, подождем игроков остальных. Давайте, ройте там. Ну мы недалеко, тут рядом, короче, будем. Да мы уже почти доползли. Буквально за углом. Так, Вадик, у тебя есть один алмаз? Игорь, я что-то не пойму, куда ты идешь вообще. Че, прикалываешься? А, кстати, слышишь, Леха. Еще раз координаты скажите. Минус 333, минус 698. Леха, нам нужно, короче, два алмаза оставить на стол зачарования. Прямо и налево. Мы найдем еще, надо кирку сделать алмазную. Ну, я ладно, себе делай. Сделал, так что у меня осталось два алмаза, могу кому-нибудь их отдать. Ай! Ой, извини, пожалуйста, да, это я просто железо добываю. А, сейчас верстак надо забрать все. Алмазы давай мне два. Я сохраню их. О, редстоун. Лех, давай мне алмазы, сохраню, короче, их, потому что ты снова в лаву упадешь. Ой, фиг тебе не так. Ну ладно, да, я слышу, запарил, давай, все нормально будет. Все нормально, такой барыга вообще, да. Пистолет мне еще в голове представь, и говорит, все нормально, давай. Дай мне алмазы, сволочь. Фиг тебе, жмапель клёт. Чё лично, это просто алмазы, да? Да. Вы где там, ребята, вообще есть? Ой, доски. Ползём, мы просто не нашли. Ползёте? Ползёте. Да, пробираемся. Сквозь. Ай, блин, я вообще не могу запрыгнуть. Что ж такое-то, а? Чё-то я зря, наверное, заигорели пошел, лучше самому копать. Да, конечно, за ним поёшь, он Сусанин ещё тот. Да, у нас самим такой, понимаешь? А, чёрт! А то он куда-то вообще покопал, ваши ники вообще в левой ребят, стороне. Подождём, ребят. Атомик, ладно, кто там пошёл-то? Атомик, Фунтик, давайте подождём. Да ой, блин, ребят, меня мочат, бегите ко мне, меня сейчас завалят нафиг. Так а ты беги лучше к нам. Придурок. Здесь этот чёрный Эндерман или как его, вон, вали Атомику. Туф-туф. Где он? Куда он? Телепорт. Вон он около воды. Это этот крипер. Не, ну тут еще был этот самый черный такой. Эндермен. Ребят, Атомик и Фунтик, давайте вернемся, подождем. Ух ты, черт, что у вас там происходит? Ладно, сейчас уже. Вон он. Смотрите, какая там пещера, лава, Атомик. О, блин, не надо смотреть ему в глаза. О, черт, чуть лава не упал. Видишь, о, все, мы с вами. Боялся. Блин, я умер, ну всего дерьмо. Я тебе сказал, алмазы мне отдай, придурок. Вон он сейчас заберет Атомику. Да вон, балдай заберет.
Да я не все, сбери тоже кое-что. О, этот лазурит есть. Обалдеть. Я пока попользуюсь твоей киркой немножко. Да, пользуйся вообще. Так, Игорали, здорово. Так, стой, не надо меня бить. Кто меня ударил только что? Я опять голый, без трусов, бегу в пещеру. По темной-темной ночи. Так, кто там у нас? А, вижу Дезерта, да. Все мы все здесь, да? Ой, нет, вы можете меня там подождать? Давайте ТП-шну к нам. А ты можешь? Да не надо вообще-то. Да ТП-шай, что мне бежать? Да это будет проще, реально. Ну, давай один разочек нарушим правила. Проще, да. Это все потому, что у меня брони не было, потом меня завалил. ТП-шнуть. Ну что, я ТП-шусь? Нет? Подожди. Не ТП-шусь. Опа, нифига круто. Давайте я базу сделаю пока временно. Дайте мне это что-нибудь, пожалуйста. А зачем? Сейчас, я перекрыл тут проход. Ну а зачем базу-то? Да давайте чё-то. Блин! Да, ребят, вы чё? Артемик забыл надеть парашют, ты чё знаешь? Ты чего, ребят, все помирать-то? Где моя кирка, Артемик? Отдай её, ты умер? А всё выпало из меня. А где ты был-то? Ну, недалеко от вас этом упал, я справа, воду слева, не крывал. Сзади, где? Где моя кирка? Чёрт! Ой, чё-то опять в лаву не упал. А, всё, нашёл. Как классно, ко мне вернулись мои вещи вообще. Дай мне хотя бы что-нибудь. А, кирку я тебе уже не дам. Ладно, давай, у меня, по-моему, есть еще одна какая-то. Моя. Моя, да, у меня есть твоя кирка. Ну иди сюда вот, где ты? Да вот, на, где ты? Давай, дойдем тебе. То есть народу дофига. У меня уже 20 железа. Сапрут точно. Слушай, ты клевый парень оказывается. А где вообще все есть-то? Я что-то потерялся. Тут дрою, короче, уголь не спеша. Ты мои ресурсы. Вы куда-то все бежали. Вот тут рядом. Кирка твоя, боты. Да все, больше ничего не надо. А, ну боты. Что, давайте соберемся и пойдем куда-нибудь. Давай, давай, я тоже согласен, да давай. Что, нам, все, надо все. Это, нам надо железо добыть, мы за ним и шли. Ну, так, где мы шли, Макс? Печечку сделать, да? Он, наверное, в лаве сгорел. Супер, вообще. Ладно, раз уж здесь обосновались, сейчас пару печек. А кто-нибудь... Давай, да, устроим привал временный. Что тебе дать? Кирку. У меня просто ресурсов вообще нету. Да, ну-ну-ну. А сейчас мы... А я тебе кирку не дал? Атомик. А, ну у меня нету. Ну, ты мне дал... Атомик. Который... Ой, извини, кирка. Слушайте, давайте я лазурита добуду, потом что-нибудь сделаем там на втором этаже атомик, или что-нибудь. Атомик, я здесь, смотри, слышишь? Атомик. Да, где ты, Обернись. Вот, на. Держи. Уголь есть еще. Спасибо. Ну чё, давайте добывать алмазы. Тут на вода. Это меня бесит. Железо, отлично. Да вот то, что воды тут очень много. А, да, меня тоже это бесит. Так, ну что, в разные стороны сразу пошли? А, нет, Дезерт, забывай железо просто. Давайте обоснуемся где-нибудь тут вообще. О, золото, а золото. Там, блин, сходили, обосновались. Золото и железо. Фунтик, у тебя мое золото, кстати. Какое золото? Ну-ка посмотрим. А, да, есть такая тема. Так, ребята, где моего моё золото? Я тебе потом отдам. Ну, в смысле, мне просто искать не хочется все. Я решил, то, что я хочу себе золотую броню вообще. И она, поэтому она ты решил украсть золото. Мощная. Зато и она ломается быстро. Деревянная, если бы она была. Как деревянная? Да. А можно установить мод Noobie Armor, там из камня, да, и из этого. Из есть дерева и... броньки делается. Куда вы ушли-то вообще? Мечи из кактуса, так что здесь нормально. Не парься. А где Лёха с Игорем? Лёха и Игорь, вы где? А вы где? Я обратно к базе пошел немножко, чтобы железо там. Я, короче, вижу игрока, вот эту базу, да, вы сделали? Вот я на этой базе. Да, у тебя есть факелов немножко, это у меня фунтик забрал все. У меня есть уголь, 20 штук. Есть фунтик, да? Кинь сюда. Ну, спасибо. Так, слушайте, давайте, кому там надо, Атомик или Валдай, надо вам факела там что-нибудь. Не, у меня вообще все нормально, все в порядке, спасибо большое. То у меня уже фулл сумка, у меня один кубик остался здесь. Отлично, я нашел синюю фигню, которая никому не нужна. О, я давай лазурит мне скидывай. Да потом блоки лазурит сделаем красивый. Да, ваш. Скидывайте мне лазурит, у меня его половина стака есть. Чтоб бы вас место не занимал. Пойдемте вернемся к Гигарели и Фунтику. Так, тут все, нет. Я дальше накопаю уголь, чтобы топить было, чем печку. У меня есть уголь. А, да тут дофига угла, нифига столько блоков. Угла? Угла. Так, я хохол, мне можно поехать что-нибудь? Да, я тоже, кстати. Ну все. Я хотел закрыть, но ладно. Кого закрыть? Воду. А, черт, я убил факел. Так, слушайте, я полезу, закрою и эту воду, а то она мне надоела уже. Давай, мы, короче, пока тут все тусуемся около временной базы в пещере. Я хочу алмазов, я хочу себе алмазную броню, алмазную... Ты же вроде хотел золотую, уже алмазную хочешь? Ну, у меня вкусы часто меняются. Да, уголь нужен, бросай уголь. Вот я ходил чаю недавно, а сейчас не хочу. А уголь на броню не хочешь? Нет, себе сделать. Уголь на броню? Да. И броню на уголь.
А можно так? Попробуй. Потом ходить как нигер, что ли? Да. Ну ты, в принципе, и так нигер, поэтому все нормально будет. Да, ну, если что, я, кстати, черный. Есть да, что-нибудь да. Поточить у кого-нибудь? Че, у меня нет. Есть факел. Хочешь? Блин, я... Где ты есть? А чё, чё вам надо, чё надо? Горели, на. Поесть, есть чё-нибудь? Горели, на. Кстати, это о, самое. Спасибо. Атомик? Да. Ой, вода потекла. Что на обсидиан? Алмазы, кстати, где? Сгорели, что ли? Нет, у кого алмазная кирка, дайте мне пока обсидиан. А у тебя что, нет алмазов? Нету. Ну, было два, а кто-то пропало. А ты их не отдавал? Кирочку алмазную я не дам. Не, я же помер, а ты... Добудь обсидиан, а то нам... Ну ты их в Алтае не отдал? Ой, извиняюсь, что Фонтик, это самое, у меня твои алмазы два, я тебе их не отдам. Вот ты... Потому что я тебе объясню, потому что ты просто снова упадешь и снова умрешь, поэтому пускай лучше пока... Сереж, все. Потом дома я тебе их отдам, когда мы домой вернемся. Идите он твой папа, он твой папочка. Спасибо, папа. Идите кто-нибудь со мной сюда, тут вроде нормально еще ресурсов. Ну вот я нашел нормальное место. Да? А я золото. 10 штук. Уже 10 железа добыл. Я нашел много-много воды. А я томат. Томат? Ты томат? Я всегда это знал. Томат просто. Нашел томат. А, нашел томат? Да, стак томат. Ух ты, нифига такой проход тут четкий. О, еще золото. Вау. Интересно. А, я, кстати, случайно что-то золото из печки заврал. О, может, случайно. Это на сдачу запекалось там, потому что железа больше не было. Давай карусель сделаем. Что сделаешь, карусель? Да, будем ездить на этих, на золотых рельсах, на вагонетке. Да, золото мы для этого как бы и собираем. Ну, о, кстати, можно будет этот, к деревне приложить железную дорогу там или метро? Да, мы, кстати, так и сделаем. Это будет точно крутяк, на самом деле, это все. Заодно и ресурсов добудем. И там сделаем вокзал еще потом, со временем крутой такой. Ну да. Вокзал. С блэкджеком и шлюхами. Это я хотел это сказать про шлюхи. Кстати, кто... Не пишите с матом шлюхи, ну, блин. Это я написал. Убей меня, если хочешь. Давай, дуэль на мечах. Шлюхи — это хорошо. Шлюхи — это не мат, шлюхи — это хорошо. Ладно, все, забейте обсуждать. А где вы все, кстати? Куда вы ушли-то? Мы сгорали роем уголь, как нубы. А я железо. Блин, вы меня вообще куда-то... А, вон я вижу кого-то. Я ищу алмазы. Где мои алмазы? Наши. А чё вы вверх не поднимаетесь? Тут наверху и железо, и золото. Тут все есть наверху. Все, кроме алмазов. Фигарали, пойдём к нему. Ой, тут скелет, блин. Пойдём около базы, покопаем внизу. Пойдём, давай. Слушайте, у кого лук есть? Прикройте меня. У меня есть лук, но я очень далеко, я не попаду. Фигарали, ты где? Не вижу. Блин, я его достать не могу, он меня столкнет сейчас. А, вот ты где, бро. Блин, еда заканчивается. Гнилая плоть осталась, сейчас буду хавать. Сдохни, киркой убью тебя. Все отлично. Меня кто-то так, видит? Я не понял. А, нет. Я смотрите уголь. Наверх где-то. А, не, вас тут вообще и нету. Тут железо столько наверху и уголь, ну, тут все добывай, есть. Это же хорошо, добывай, это же не так плохо. Я лазю поверху, тут мобы спаунятся, меня скидывают. А ты факела ставь. А я ставлю. Говорит, им в голову факелами просто. Бьем в квадратную башку их. И булыжник пригодился, лазить теперь есть. Да, кстати, булыжник решает в этом плане. Где моя лопата? Вот она. Так, ну уголь я уже, наверное, добывать не буду, его и так много. Я еще золото вижу. О, Игорель, ты куда-то ушел-то далеко. Че ты кругами да ходишь? Я кругами хожу, чтобы далеко от базы не уходить. Кто мне объяснит, зачем нужно вообще? Что нужно вообще? Золото в эти рельсы, оно вообще бесполезное, считай. Ну рельсы делать. А, рельсы, да. Мы тебе объясняли уже, Лех. Золотые самородки, в принципе. Полезная информация просто усваиваю очень золотые быстро. Да, золотые яблоки. Мечки. Яблоки, кстати, да, тема золотые. Да, золотые яблоки — это вообще самое лучшее, что может быть. Они, короче, съедаешь их, и это самое. Здоровье да. Восстанавливается. Регенерация, сколько? Типа, называют, начинается. А. Ну супер, супер. Там просто на время, там, ну типа как заклинание, короче. Я понял, спасибо. О, меня почти столкнули. Где, а где вы есть, ребят? Подайте, Игорь, пойдем к ним. Подайте сигнал, кричите. Блин, я вообще, походу, от вас далеко очень не шел. А я вот, я над вами, я о, над вами прям. Смотри, бро, смотри, какая тема. Я прямо над вами. О, блин, да ты чё? Я сказал, смотри, какая тема. Так я же ой, я вам меч свой скинул, блин. Кому? А, это подарок бога. Меня скинули. Давайте подвинемся все вместе туда. Дезерт, меч-то возьми сзади. А где он находится, Киева, с координаты вообще? Минус 341, минус 701. Я вижу вас, вы вообще в другой стороне, не туда копать начал. Ребят, давайте поднимайтесь, играли ли сюда? Играли. Сейчас, я... Да, я точечку поставлю около... У меня уже 58 железа. Это хорошо. Мы никогда не найдем. И один кубик свободного инвентаря. Смотри, не умри. Поднимайтесь ко мне, короче, ребят, давайте. Да не, у меня хп много.
Так, вижу тебя, Игорель, тут. О, чёрт, скелет, падла такая. Я его сейчас скину. А остальные скелет. Где? Нет, сейчас найдем, подожди. Я в такой клайке, я могу сказать, я вообще не знаю, где. Нафиг забираются. Меня второй раз подряд скидывают, капец. Я не могу до него добраться. Стой, стой, стой. Зачем ты все ломаешь? Там, блин, ворошиловский стрелок сидит. Ну, одну оставь хотя бы. Вон, не жалко. У меня закончились факела, я копаю просто слепую. Нафиг, сволочь. Хедшотом просто в голову его с лука. Нифига, ты там круто. О, еще этого зеленого надо да, снять. Да, сейчас и будет, прям в класс, на. На, еще. Сейчас я сейчас его мечом. Да, а, ты его уже снял. Да. Ну что, давай ты по той стороне, по этой. Да давай, мы что, наверх полезли? Да, мы там поверху гриперов решаем. А, о, я вижу железо. А так, я порох подобрал. Я опыт ловлю, давайте, валдай, решайте там гриперов. А, сейчас, подожди, подожди, ты есть. Иди сюда. А, на, держи, лови, лови опыта. Кому надо полублоки? Ловите вниз полублоки. Блин, в принципе, можно сделать легче так. О, я железо вижу. Отлично, я докопал до лавы. Ай. До алмазов. А Томик, ты делаешь только на себя так. Хотите прикол? Блин, я сейчас вообще убить могу. Нет. Нет, серьезно, хотите прикол? Очень-очень смешной. Ну, рассказывай. Я, короче, копал в темноте, да? Потому что у меня нет факелов. Я думал, до лавы докопаюсь, там хоть светло будет, да? Ну. Докопался, оборачиваюсь, стоит волк мой, которого у меня нету. Что за бред вообще? А это ты его приручил, короче? Да я его завалил давно уже. А, ну он воскрес, он решил тебе отомстить. А, блин, я думаю, что... Это волк. Есть у вас еда, ребята? У меня есть еда, кому надо? Кому надо еда там? Я тебя не вижу, я вообще сейчас... Я кидаю вниз, кидаю вниз. Я ловлю. Стойте, стойте, где вы? А, вон вы. Давай, падай. Слышите, я нашел алмазы, блин. Да ладно, опять? Опять? Ну я вообще крутой парень, везучий. Он опять сейчас умрет. Игорали, смотри. Ищите его, ищите. У меня есть пес, который просто будет всех убивать. Так что пофигу. Атомик, тебе еда надо? Да. Сейчас я иду к тебе. Да я тебя вижу, сейчас я тебе дам. Игорали, подожди меня. А, блин. О, ничего себе тут угля, надо добыть его. Я просто бегаю. Валик, знаешь, что я думаю? Если мы встретимся, мой волк тебя опять загрызет. Во-первых, этого не было в серии, поэтому не надо такое говорить. Это раз. Это скрытая информация. Это скрытая информация, не для подписчиков. Секретно, я бы сказал. Не, на самом деле, просто я расскажу вкратце, почему так случилось. Просто мы снимали одну серию, серию номер 8, и она получилась очень ложевая, мы решили не укладывать ее, и вернулись. А лаковая получилась, а не ложевая. То есть там волк съел Валика за то, что он меня бил. Леш, все, хватит говорить про то, что чего не было в видео, потому что иначе тебе будет кик. Блин, вы чё спустились-то? А чё изумрудов-то нету? Я уже сколько копаю, нету ни одного. Они только в горных биомах, а мы в этом самом, потому что. А-а-а. Я натравлю на тебя своего волка в этой серии. Слушайте, попробуй. Ну может я тогда домой загоняю, а то у меня... Где все остальные-то? Места почти нету. Да, инвентарь почти полный, надо уже... Я ищу алмазы без факелов. Мы, Макс, мы на минус 305, минус 675. Так, ну а... Как бы... Высота 11. Серию на самом деле уже пора завершать тихонько. Слушайте, давайте тогда хотя бы вместе держаться, а то у меня мини-карты нету, я потеряюсь. А, да, давайте тогда, может, вообще, короче, все пойдем все вместе сюда, выйдем куда-нибудь. А, черт, голова Игоря. Вот, это самое. И закончим серию уже. Выйдем. Да, мы вообще собирались дом этой серии достраивать. Так, все, кроме Лёхи. Почти достроили. Лёх, ты где? О, я очень далеко. Утро попрощаешься дистанционно с подписчиками и зрителями. А вы давайте что, уже прямо здесь, короче, как думаешь? Ну, в принципе, можно, давай. А, можете меня телепортнуть к себе? А, давай, это да, ты подиум. Хватит уже читаем пользоваться, ребят. Ладно, да, да, да. Не, ну это просто очень надо, на самом деле. Чтоб зачем? Все, стоп, я его даже не вижу по нику. Да и не надо. У меня нет больше ника. Поздно. Опа, волк, грызи. Тихо, тихо, надо с ним разобраться. Ой-ой-ой, меня сейчас волк убьет. Я не знаю, зачем это. Ей, отлично, мы убили волка левого, как вот читерского, Лёхиного. Вот тут козлы вообще просто, я вас ненавижу. Ты читер, читер. Его кот увидел алмазметь. Иди отсюда. Я буду жить в одном доме. Замуровывайте его, замуровывайте. И начался хаос, да? Ладно, все. Получил в почку? Подходите сюда все. Блин, мы волчар, а? Как долго его приручал? Зачем столько пищи? Что ты ржешь, иди сюда. Ну все, ну. Чего, давайте заканчивать. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами были, как всегда, Валда и Горели Фунтик 3000, а еще с нами были Дезерт. Я Атомик.
И читерский волк. Да, который... Слава богу. Он не читерский, и вообще я сейчас сел. Ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Вступайте в группу ВКонтакте, любите друг друга. И а главное, пока. Просматривайте каждую серию. Да, давайте устроим похороны волка. И пока-пока. Зачем вы в печке? Зачем столько печки вообще?